Одним из главных критериев при выборе электромобиля является запас хода. Под запасом хода подразумевается количество километров, которое электромобиль может проехать на одном заряде батареи. Чем больше запас, тем больше причин купить такое авто. Также нужно обращать внимание на время зарядки батареи. Представляем вашему вниманию топ-10 электромобилей по запасу хода. Десятое место в нашем топе занимает Ford Focus Electric. Запас хода на одной зарядке 185 км. Время полной зарядки 5,5 часов. Цена $45 000. Он не имеет каких-то выдающихся характеристик, однако это добротный и надежный электромобиль с хорошей управляемостью. На девятом месте Hyundai Ioniq. Этот электромобиль уже официально представлен во многих странах. Его можно купить как в полностью электрическом, так и гибридном исполнении. На одном заряде Ioniq может проехать до 200 км. Время зарядки 4 часа. Стоит такой электромобиль $35 000. Он имеет хороший коэффициент аэродинамического сопротивления, благодаря каплеобразной форме крыши и максимально сглаженным линиям кузова. Восьмое место занимает Nissan Leaf. Это один из самых популярных электромобилей во всем мире. Он чрезвычайно качественный, практичный и комфортный, который предлагает широкий набор базового и опционального оборудования, а также отличающийся довольно демократичной для электрокара стоимостью. Основные характеристики. Запас хода 250 км. Время зарядки 6 часов. Цена $35 000. Это автомобиль, наглядно демонстрирующий будущее, которое более чем возможно без машин с двигателями внутреннего сгорания, что еще до недавних пор казалось недостижимым. На седьмом месте легендарный электромобиль, который входит в десятку самых популярных автомобилей в мире, это Volkswagen e-Golf. В нем установлены более мощные аккумуляторные батареи. Но несмотря на это, немецкие инженеры сумели сохранить компактные габариты электромобиля. Оборудование автомобиля включает то, что у большинства конкурентов нет даже в опции. В электромобиле установлены климат-контроль, информационно-развлекательная система, навигация, новый емкостный сенсорный экран на 10 дюймов, жесткий диск на 64 гигабайта. Водителю доступен полный электропакет, подогрев сидений, зеркала и лобового стекла. Но главной особенностью этой электрической модели стало увеличение дальности хода. Так, на одном заряде он может проехать до 300 км. Время зарядки 5,3 часа. Цена $40 000. Хороший вариант по цене и характеристикам. На шестое место по запасу хода попал BYD E6. Это китайский электрокар, который на одном заряде может проехать не меньше, чем Volkswagen e-Golf. Те же 300 км. Время зарядки 5 часов. Цена $53 000. Производитель обещает для нее 4000 циклов заряда практически без потери мощности и меньшую чувствительность к перепадам температур, что и является главным козырем данной модели. В ней используется батарея ферум-фосфатного типа, которая весит почти тонну и при этом не понижает показатели тяговой динамики автомобиля. Этот электромобиль уже активно эксплуатируется в таксопарках Европы. Пятое место занимает красивый, спортивный и компактный электромобиль Tesla Model 3, который радует своей дальнобойностью. Итак, запас хода составляет 345 км. При этом время зарядки всего 4,75 часа, и стоимость $35 000. Разработчики смогли установить столь емкую батарею и оставить компактным корпус. Это превосходный электромобиль. Динамичный, который радует своей управляемостью и устойчивостью в поворотах. В салоне Tesla Model 3 отсутствуют привычные приборы и какие-то клавиши. Всеми необходимыми функциями можно управлять с помощью 15,4-дюймового экрана, установленного по центру передней панели. Целевая аудитория этого электромобиля – это обеспеченные люди, независимо от пола и возраста, которые хотят получить стильное, динамичные и современные транспортные средства, но при этом уделяет особое внимание вопросам экологии. На четвертом месте Chevrolet Bolt EV.
Хороший вариант для тех, кто хочет купить электромобиль с неплохим запасом хода по умеренной цене. Он практичный, оснащен комфортной подвеской. У него просторный салон с множеством инноваций и достаточно просторный для путешествия с компанией. Он очень динамичный, прекрасно чувствует себя на городских дорогах и шоссе. Легко входит повороты, быстро набирает разгон. Запас хода составляет 385 км. Время зарядки 9,3 часа. Цена 45 тысяч долларов. Стоит отметить, что нашлось место для небольшого, но вместительного багажника с возможностью увеличения объема при складывании заднего ряда сидений. Так как аккумуляторные батареи расположены под днищем автомобиля. Третье место занимает Renault Zoe. Этот электромобиль в 2015 году был самым продаваемым в Европе. Он может проезжать на одном заряде до 400 км. Это лучший показатель среди компактных электромобилей. Время зарядки 9 часов. Хотя если использовать мощное зарядное устройство, то можно значительно уменьшить время зарядки до 2 часов. Цена 35 тысяч долларов. Однако быстрая зарядка — это далеко не единственные плюсы Renault Zoe. Электромобиль оснащен должным образом. В его комплектацию входят все необходимые системы безопасности и комфорта: ABS, система контроля стабильности и антипробуксовочная система, помощник старта на подъем и несколько подушек безопасности. Одним словом, маленький и удаленький электромобиль. На втором месте Tesla Model X. На сегодня это единственный электрический кроссовер, который способен преодолевать столь большие расстояния на одном заряде батареи. У него запас хода 465 км. Время зарядки до 12 часов. Но все зависит от модификации и от мощной зарядки, благодаря которой время зарядки можно снизить до 5 часов. Цена электромобиля 140 тысяч долларов. Это уникальный электромобиль, задние двери которого открываются вверх, а не в стороны. Так как отсутствует двигатель внутреннего сгорания, это дало возможность получить просторнейший салон. А управлять столь элегантной и мощной техникой можно с помощью руля и многофункциональной панели приборов, пестрящей многочисленными кнопками и умной подсветкой. И наконец, первое место в нашем топе занимает абсолютный рекордсмен по запасу хода среди всех электромобилей. Это Tesla Model S. На одном заряде электрокар может проехать 505 км. Время зарядки до 12 часов в зависимости от мощности зарядного устройства. Цена 150 тысяч долларов. Это и самый дорогой электромобиль в нашем топе. У него впечатляющая динамика, за 2,7 секунды до сотни. Кроме этого, в 2013 году он признан самым безопасным автомобилем в мире. Этого удалось достигнуть за счет конструкции кузовной части электрокара. Так как отсутствие мотора и навесных агрегатов под капотом и в задней части авто позволяет кузову авто образовать прочную капсулу, которая дополняется стойкими качествами за счет батареи, расположенный вдоль днища автомобиля. Данная модель просто пропитана современными технологиями, не исключение их ходовая часть. Пневматическая подвеска способна изменять просвет авто. Достаточно просто задать желаемый клиренс, и машина поднимется или снизится по желанию хозяина. Первое, что замечает пилот Tesla в салоне, это дисплей, комбинация приборов и внушительный 17-дюймовый планшет, в котором интегрированы различные функции. Внушает и полное отсутствие кнопок, за исключением индикатора аварийной остановки и открытия бардачка. Многие функции здесь интегрированы лучше, чем в большинстве машин. Этот электрокар получил статус самого стильного автомобиля за счет множественных положительных отзывов водителей. Внутри салон из лучшей кожи, уникальные колесные диски и оптические приборы, прекрасные черты Ягуара и Мазератти. Можно смело сказать, что автодизайнер потрудился на славу. А с помощью регулируемого люка можно менять интенсивность обдува. Одним словом, высокая дальность хода, отличная динамика и безопасность показывает, что Tesla Model S – это революционный электромобиль, призванный полностью уничтожить двигатель внутреннего сгорания и привить человечеству желание передвигаться исключительно на экологически чистом транспорте. Этот автомобиль первый смог доказать,
что электрический двигатель имеет огромное превосходство над бензиновым, который уже изжил себя, ему пора в музей. Спасибо за просмотр, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.